Да? Ну, сделали трудное. Ну, все, да. Спасибо вам. Вот теперь. Все. Да, сейчас каникул уже вся. Теперь, в общем, я пойду вниз. Да? Да. Привет. В общем, ой, вот это Дуся. Ты тоже на пятый едешь? Я не знаю, каким образом она тут оказалась. Мой двойник остался там. А может, он у меня и в машине? Ну, не у меня, а у Ваня. В общем, сейчас мы идем. Мы идем за машиной. Мы идем. Да, мы идем за машиной. Ну, не совсем за машиной. В общем, мы сейчас поедем домой. Супер. У меня такая вот... Нет! В общем, сейчас мы спускаемся по лестнице. Да. И все на меня смотрят, как на сумасшедшую. Но, видите, это моя любовь. Короче, вообще, мы идем по подземке. Привет! В общем, мы идем в машину. И, наверное, там опять будет... И там, наверное, опять будет сидеть мой двойник. Да. Я не знаю точно, но может будет, может и нет. Это, в общем, очень крутой даже влог. Потому что я снимаю на улице, да. И не во дворе. Но мы идем. Самое главное. Мы до сих пор идем. Да, и... Наверное, мы до сих пор идем. Вот я. Ой. Замечательная машина. Ня-ня-ня. Ня. В общем, мы идем к моему двойнику. Короче, да. Вот Дуся, опять же, это мой двойник. О, привет. Что ты делаешь? Да, кстати, я тоже еду. Да. Короче, да, я выгнала своего двойника. Потому что... Что он вообще? Он. И не он, а она. Персик. На дорогу будем переходить с тобой? Да. Сейчас будет самое ужасное, потому что мы будем, наверное, вот тут где-нибудь вставлю такую вот окошечко, мы будем переходить дорогу и хоть бы нас не задавили. И я не буду снимать, потому что, вы понимаете, да? Сейчас мы будем переходить дорогу уже тут. О, нет. Ужали. Опасный трюк от мамы и Азиза Шигваевой. А теперь мы можем спокойно идти вот тут. В общем, я уронила свой перс, и теперь я не персиковая девочка, я простая девочка. Это мама персиковая девочка. Сейчас. Перс. Перс. Вот у мамы перс. Вот тут оставлю окошечко. Берет, дразнит меня. Персик. А я... Это красивые цветы, которые почти половину из них завяли. И это очень красиво выглядит. Красота, красота. А ты будешь за дорогу за... Мама говорит, что зачем мы переходили дорогу, когда нам нужно опять переходить дорогу, потому что нам нужен магазин. Культура. Какие сказки, персик вырастет. Не благо, выйдет, там тепло. Да. В общем, мама выбросила косточку, и, наверное, из нашей косточки через лет 5 вырастет дерево персиковое. И мы опять переходим дорогу. Потому что у нас нет логики. Фая! Нет, Wi-Fi! Это просто сладости, а ты пока сходи в магазин и купи этот.
Че? Батон. Окей, я пошла в магазин. Сейчас я схожу в магазин. И куплю батон. Ой, я чуть не упала. Окей, сейчас я пойду в магазин за батоном. Пока мама пойдет в магазин за сладостями. И логика появилась уже, да? Если она у вас есть, да? Да, потому что ты тоже. В общем, сейчас я пойду в Азар. Я не знаю, что Азар. Азар. Я пойду в Азар покупать батон. Ура. Вот, в общем, мой батон. Теперь я буду ждать маму, чтобы она вышла. Сладости. Сладости тут. Походу, как я. Надеюсь, я правильно мыслю. О май гад. В общем, да, мы в сладостях. Вот там уже накладывают мои любимые печеньки. Вот вы видите, что тут все хорошо видно. Вот нам накладывают другие печеньки. А это карамельки очень красивые. И я выхожу. Сладости. И тут очень смотрите, круто. Вот и, кстати, ничего не видно. Такое ощущение, ну, вроде бы там все было светло. А тут все черное, видите, да? Ну, отражается, естественно, но все равно не видно, что там внутри находится. Wi-Fi! Нет, Wi-Fi! В коме жизнь. Файя, нет, Wi-Fi. Помни, жизнь сарая. У меня появилась логика. Я поняла, почему все сидят на улице. Да потому что, оказывается, у нас света нет. А значит, и нет Wi-Fi. Это очень печально. Ну, мы еще посмотрим, конечно. Но я хочу, чтобы свет был, чтобы передать, как выложить, смонтировать этот блок и выложить его. А в понедельник мы пойдем в аквапарк. Как всегда. Моя мама так всегда говорит. Если даже я балуюсь, она меня все равно уберет. А вот поговорим, что не возьму. Я буду рыдать очень долго. После этого я буду очень долго плакать. Слезами горе не поможет. Есть такая поговорка, знаешь? Ты что, плачешь сколько хочешь, все равно не поможет. Помогу, потому что мы... Короче, наконец-то мы возвращаемся домой. Где девочка смотрела? На меня только что так девочка смотрела. Ну, все так на меня смотрят. Но не для всех это. Я выброжуля номер 5. Оу, е. Короче, я пойду домой. А ты, мам? Тоже. Значит, я первая. Здрасте. Вот я не буду бегать, чтобы не уронить вас. Мама преследует меня, Оня. А, помогите! Быстро, 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 быстро. Шалам, откройся. Окей, я открываю дверь. Это мой велик. Вау, связь есть, вау. Да, дорогие мои. Оставляй ключ, сними ключ. И сейчас я разуюсь. А сейчас я пойду в свою обалденную, преобалденную комнату. Я буду тут валяться век, потому что я обожаю свою комнату. И, конечно же, вас. В общем, на этом месте мой влог еще, конечно, не закончен. Еще день целый впереди. Я не могу так. Ну, в общем, да. Пока-пока.